Кря-кря. Сегодня мы в Петербурге, и у нас вторая часть видео. Может, мы уточку заведем вместо попугая? Он тебе голубь, да какой он жирненький. О, к тебе, да, топает. Я не дала голубя с собой. У нас вторая часть про Петербург. Идем по улице, идем, и нам навстречу идет бородатый Дед Мороз без футболки. Ой, без куртки, ё-моё. Я ему говорю, вам не холодно? Он так молча прошел и пошел дальше. Мы тут идем, закутались в 10 одежек. Нам до того холодно. Может быть, потому что не привыкли. А он раздетый гуляет. Дальше идем, идем, в туалет захотели. Вот здесь туалет. И самое главное, сейчас покажу. Ну, не сам туалет, а то, что он работает в бесплатном режиме. Проходим мы в Петербурге, а тут парикмахерская. Сидит мужик, на него паром фигачит. Его девушка там гладит. Хорошо мужику, вообще красота. Конечно, парикмахерские уже пошли какие крутые. С паром, ё-моё. Тебе и массажируют, и тепло дают. Вообще красота. Сейчас ночью гуляем по Питеру. Пацаны на футбол гуляют. Наша прогулка продолжается. И дальше у нас стригут милую собачку. Сама милота, ё-моё. Ага. Сели мы в троллейбус. Едем до центра города. Саш, быстрее проверяю картой. Да, потом как у вас оплачено, я говорю, оплачено. Подошли мы к перекрестку, тут стоит вот такая коробка. Можно в нее зайти. Наверное, ну, одна дверь открытая, значит, наверное, можно зайти. Вот, заходишь. Тут какие-то, не знаю, честно говоря, зачем, это клацать не буду зря. И наблюдаешь за движением и трафиком. О, наш зеленый, я пошел. Дворцовая площадь, Эрмитаж. И дальше мы двигаемся вдоль вот такой красивой аллейки, где снежинки над головами и вот такая красивая улочка. Парня меня сфоткай. С парнем? Давай. Становись возле парня. Это мой парень. Обнимай его. Из-за меня фоткай. Так, а где я сам? Подожди, это твой парень. О, это я, космонавт. Саш. С какой же страшной. Вот еще аватар. Ну, сейчас я видосик сниму. Какой аватар прикольный. Слышь, как живой Джек Воробей. А это вообще думал, охранник стоит. Эй, чё смотришь? Чё смотришь? Оригинально очень. Пристает к моей девушке. К моей жене пристает. А что вы раздаете? Это эротика. 10 залов более 150 фанатов. БДСМ комната и много другое. Находится прямо здесь, в сером здании. Не, мы еще не доросли до этого. Солнце, хочешь в магазин эротики? Да не хочу в магазин эротики, я хочу в шоколадный магазин. Вы же девушки решили зайти в этот магазин, где продаются сладости. На подарки снимаю, что у нас тут можно взять. Пряники можно взять. Один только надо что-нибудь с Санкт-Петербургом. Вот. Санкт-Петербург. О,
Глянь ты. Я тебе кохаю. Водку подари мне подарок. Это что? Это зефир. Хорошо. На, ты мне хотел сделать подарок? Держи. Это 1200 рублей стоит. Ничего себе. А это что, леденцы? Это дешевый подарок. А? Да. И пососал, и сколько стоит? Поставил драже. Пососал. 100 рублей. А. Ой. А, и зачем ты мой зефир? Солнце, у меня потому что камера в руках и еще это подарки нормально. В руках. Давай. Пряник очень вкусный. Смотрим дальше. Яблочный сыр с грецким орехом. Вообще первый раз такое вижу, чтобы сыр еще и яблочный. Нет, здесь ну, два завода точно есть. Помороженный? Да, помороженный. Да. Ну, холодно но для мороженого. Ну, они как заводы, это хладокомбинаты называются. Они не только мороженое делают. Там охлажденка и так далее, там несколько цехов. Да. Я сам понятно. В таком работал в детстве. А, счастливо. До свидания. Ну, мороженое холодно есть. Пойдем и дальше гулять. Шли и столовую нашли. И вот тут такие цены у нас. Поэтому решили здесь поесть. Цены нормальные вроде как. Это как суп? Я? Не знаю, я суп. Шубу буду. Шубу буду. Вот сок по 40 рублей, любой сок. Выбирай, что не хочу. Уговорили всех, теперь будут все есть нормальную еду. Вся еда, вся наша полезная еда вышла ровно на 400 рублей. А у нас в Мариуполе мы с Денычем ели в столовой, выходило минимум обычно 800 на двоих. То есть, и мы хотим вам вручить вот с нашим логотипом «Спорт для всех» вот такой подарок на память. Спасибо. Да, чтобы вот о нашем городе. Да. Так, «Спорт для всех». Сходить обязательно. Не надо. А так, погулять просто где-то. Называется «Дубовый зал» в администрации. Очень красиво. Это первый губернатор Санкт-Петербурга. Александр Данилович Меньшиков. Вот он. Это его портрет там. Юсуфов Камчатский уже побывали помимо экскурсии, да. Да. Вот мы находимся дальше на заснеженном Питере. Сейчас мы возле метро. Тут уже трафик вообще погуще гораздо, людей много. И продают вот такую хурму, кто хочет похрустить снегом. И поесть хурму, пожалуйста, приходите и хрустите. А что так много людей вышло? Ой, телефон роняет. Так. Осторожно, двери закрываются. Вот мы попали в красный зал, который нас поднимает наверх. Оказывается, мы идем на самую высокую вышку. Вот она светится там за снегом. Вот самая умная компания. Гуляет одна в парке. Вот это светится, это вышка. Но это не та вышка. Самая высокая вот здесь за деревьями. Сейчас я чувствую, почему-то уже вообще не видно из-за снега. А девочки ушли от меня, ушли далеко. Пойду их догонять, потому что парк темный. А мужчина тут один. Мне очень нравится вот это место, этот парк. Он абсолютно безлюдный. Мы здесь одни. Вдалеке только вышки светятся. И людей нет, ни животных. Но впереди, вроде как по карте мы глянули, есть каток. И мы идем к этому катку. Нет, это декоративный объект. Идем, сами не знаем, куда идем. Валя, у тебя же голова светится. Лучше капюшон надень. Голова светится. Потому что я так думаю, нам еще долго идти. До вышки какой-то дошли, а катка пока не видно. Хотя слышите музыку? Я музыку слышу. Значит, рядом цивилизация. Давай, Валя, я готов.
калитку выйти, дойти до дороги, вдоль дороги, тогда пройдете. Здесь какую калитку? Да, вот так идти можно прямо. Так, так нельзя, так бесполезно. Вот надо вот, да, вот, вот так вот пройти, там есть калитка. Вот получается, вот эта вышка, это Лахта-центр, это получается как здание. Мы бы никак не прошли там, потому что здесь, как видите, речка. Вот, через нее бы мы точно не переплыли. Единственный вход вот через мост. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Ребята, а на эту вышку можно попасть? Она открыта или вы не знаете? Да, да, вот это. Нет, она закрыта. А что это такое? Это Лахта-центр, Газпромское здание. Ну, офис Газпрома или штаб-квартира. А, ну, уже пока закрыто, да? Она для посетителей закрыта. Понятно. Короче, вышка для посетителей закрыта, только что нам сказал мужчина. Что туда мы не попадем, это Газпром. Хорошо живет Газпром, мне нравится. Надо туда устраиваться на работу. Валя, иди, я тебя пофотаю. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда. Летят мои года, никуда, никуда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пришли. В Питере метель, снегопад, а спорт по расписанию. О, Роналдо, ё-моё. Я снял гол, крутяк. Это была вторая часть видео про Петербург. Ждите следующую часть. Всем удачи, всем пока. Поехали, пока.